Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Центральный рынок стал акционерным обществом. Соответствующие изменения внесены в реестр юридических лиц. По данным бизнес-новостей, в Кирове запись о смене организационно-правовой формы муниципального унитарного предприятия внесена в начале мая. Решение о передаче 100% акций центрального рынка городу депутаты Гордумы приняли в конце июля. Тогда власти сообщали, что процесс реорганизации продлится в течение года. Подобная реорганизация ждет и ряд других муниципальных предприятий. Программа «Экономика». За недостоверные сведения компании будут исключать из реестра юрлиц. Такое право налоговики получат с 1 сентября. К этой мере они смогут прибегать, если в течение полугода организация не исправит в реестре неверную информацию о себе. Только за 4,5 месяца этого года, по данным налоговой службы региона, в реестр внесено свыше 1200 записей о недостоверности сведений о руководителе, учредителе или адресе организации. Эти записи вносятся после того, как юрлицы проинформируют о том, что необходимо исправиться. Они этого не сделают в установленный срок. Экономика на 101 FM. Для предпринимателей проведут бесплатные семинары. Они состоятся 25 мая в рамках форума «Предпринимательство на Вятке». Кировские предприниматели, научные работники, начинающим бизнесменам расскажут о том, как выбрать систему налогообложения, как планировать доходы и расходы, управлять финансовыми рисками, осветят изменения в российском законодательстве. Отдельный семинар будет посвящен сельскому экологическому туризму. Подробная информация на сайте kasin.ru в разделе «Семинар». Завершение о валютах. Доллар сегодня 57.16, евро стоит 63.65. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.